Начинаем второе отделение концерта. На сцене Государственный академический русский оркестр имени Василия Васильевича Андреева, художественный руководитель, народный артист России Дмитрий Хохлов. Альвин Репников. Семь пьес для солирующих инструментов с оркестром. Вступление. Соло флейты Татьяна Булыго. Вечерняя песня. Соло гобоя Андрей Горбач. Огненный танец. Соло баяна Владимир Фонин. Диалог и частушка. Соло балалайки Александр Щепицын. Музыкальная шкатулка. Соло гусли Марина Фонина и Елена Смирнова. Скерцо. Соло домры. Сегодня впервые будет звучать в исполнении домры альт Наталья Чурина. И финал. Все солисты. Произведение циклическое для того, чтобы не разрывать целостность восприятия. Просим вас между частями не аплодировать. Итак, Альбин Репников. Семь пьес для солирующих инструментов с оркестром. Дирижер Виктор Тукатезенко. Thank you.
Господь.